Презентация мультимедийного альбома «Этномир Калмыкии» состоялась на базе штаба общественной поддержки. Он приурочен к празднованию Дня народного единства. Проект направлен на популяризацию истории калмыцкого народа среди подрастающего поколения и всех жителей республики. На показе присутствовали представители Совета старейшин республики, а также региональные общественные палаты. Как отметила инициатор проекта Раиса Дикиева, альбом будет пополняться. Проходит презентация мультимедийного альбома «Этномир Калмыкии. Традиции и культура степного края». Прежде всего, проект просветительский и направлен, безусловно, на воспитание подрастающего поколения, на наши истории, на историю наших народов. В мультимедийном альбоме представлены все компактно проживающие народы Калмыкии. Но в дальнейшем мы будем данный альбом пополнять.